Доброго времени суток, господа товарищи. Приветствую вас на игровом канале Восход. С вами я, Михаил. Мы продолжаем играть в Attila the Twar, дополнение последний римлянин за фракцию визготов. Что же, друзья, дошли мы до такой вот степени, вот, что можем уже возродить Западную Империю. У нас сейчас, кстати, идет всего лишь 81-й ход игры. Напомню, что в прохождении за франков нам это удалось сделать только где-то на что-то около 150-го, что ли, хода. Или даже чуть больше 170-го, я уж сейчас точно и не помню. Ну, то есть мы примерно в два раза быстрее все смогли сделать, чем играя за франков. Вот, ну что ж. Можем, конечно, возродить, но не будем, потому что меня как бы визготы и так устраивают. Без всяких возрождений различных там империй. Вот. Но все равно приятно, приятно. Плюс мне еще и денежек отвалили, я так понимаю, 1010 за это дело, да? Но это меня радует. Это радует. Ну, давайте, наверное, дальше будем здесь смотреть, что у нас происходит, да? Такс. У нас, значит, в Тингисе снесли здание, да? Это любопытно. Чтобы здесь построить эдакое-то. Ну, наверное, санитарию в любом случае что-то надо построить. А здесь, наверное, церковь. Но нет, арианства здесь очень много. Честно говоря, не вижу смысла в постройке церкви. Поэтому давайте построим что-нибудь на денежку, да? Шикарно. Так, здесь то же самое. Возведенные постройки. Обалдеть. У меня везде церкви строятся. Заказал уже, увидите. Уже третьего ранга. Санитарию прям супер у меня. Это прекрасно. Так, давайте посмотрим, что у нас в этих городах происходит. Мне здесь, значит, снесли постройки, да? А, точнее, отремонтировали, чтобы понять, что к чему, да? Так, здесь военные причалы. Здесь рыбацкая верфь. А мне, в принципе, пищи-то не надо. У меня ее уже 800, честно говоря. Так что я не уверен, что мне это надо. Так, ну вот это точно надо перестроить в амбар. Так, наверное, я вот из этой кесарии сделаю что-то наподобие такого небольшого армейского перевалочного пункта, чтобы, допустим, если надо будет восстановить отряды какие-то потерянные, боевые, чтобы не мотаться к нашей Нарбоне, а можно было прямо вот здесь что-то и сделать, собственно. Так, ну мне... Мне нужно здесь казармы. Это сносим тогда. Отлично. С этим обождем. Так, ну а тут будем перестраивать, значит. Также, наверное, здесь и построим резервуар. Дворец магистра. Гарнизонные казармы. А гарнизонные казармы у нас ведут казармы ветераны, да? Ну, в принципе, меня это устраивает. Устраивает. Отлично. Что в Типазе? В Типазе у нас... Так, а вот зачем я здесь производство строю? Неизвестно. Пшеничные поля. Ух ты ж, а тут военная верфь есть уже. Но нет. Надо сменить на торговые причалы. Вот. Шикарно. С этим мы разобрались. Осталось нам только ранги повысить. Так, это наш флотоводец Эрмигар. Эрмигар, ну что же, давай, Эрмигар, повысим тебе ранг. Так, и Фридурик. Боже мой. Что за странное имя? Фридурик. Ну ладно. Какое есть, да? Ну что, мы полностью готовы. Готовы. Минус один. Ничего страшного. Так, давайте качнем агента. Саботажи.
Эх ты, себутяжи. Тьфу на тебя. Скотина злая. Нифига не справился с поставленной задачей. Но хоть прокачался. Тоже неплохо. Так, здесь мы видим противника, да? Это меня, конечно же, радует. Это меня радует. Наверное, тогда на следующий ход мы нападем, да? Так, не хватает, в принципе, прилично. Значит, это вот так надо подплыть. Я, наверное, не буду это дело делать в ручном режиме, да? Сделаю автобой. Все-таки два стека и флот этого, наверное, все-таки мне хватит, чтобы зачистить данное место. Так, ну и наследничек наш. Наследничек наш, в принципе-то, готов. Плюс один будет пока. Нормально. Перебазируемся поближе. К следующему к следующей нашей цели, скажем так. Хорошо. Так, и вот здесь надо этого гада убить. Умри, скотина, умри. Негодяющий. Успех. Только ранили. Ну, неплохо. Это тоже неплохо. Пару ходов у нас проблем не будет. Ну что, в принципе, с берберами почти закончено. На следующий ход мы этих вырубим. Кстати, давайте его сделаем. Вот, вырубим вот здесь вот Рассадира, разобьем стек королевский. И, в принципе, почти все уже будет с берберами закончено. У них останется только их инициатив. Ну, может быть, там еще дальше у них есть еще город. Не знаю. Это можно, в принципе, посмотреть в окне дипломатии, но мне даже как-то и не хочется. Пускай будет сюрприз, да? Вот. Как-то так. О, как они, смотрите, они атакуют. Они атакуют моего короля. А, вроде, ах вы. Засранцы. Retreat! Retreat! We must rest a while. Так, они атакуют мою армию одним своим флотом. Ребята, вы какие-то прям наглые вообще, не знаю. Я, конечно, понимаю, что это флот, но, блин, сколько вас, сколько нас. Мы вас шапками закидали, блин, себя там. 74 человека погибло. А, и этот вернулся. Чудо-юдо-рыбакет. Ну ладно. Актисан первого ранга. Армия ледяные волны. Где вы здесь возле Африки нашли ледяные волны-то? Так, благородный отпрыск. Бертуана. Родитель Адальвин, это наш наследничек. И Има. Что, молодцы. Колебания. Так, что тут построилось-то? Ага. И, значит, это строим здесь. Кесария хотели мы построить. Поле для осмотров. А, царский казарм. Отлично. Строим. Шикарно, шикарно. Так, еще надо глянуть, что здесь. А здесь все строится. Обалдеть. Когда много денег, это год, да? Все построили, а денег всего 18 тысяч. Обалдеть. Септимане не хватает еды. А что там? А шо случилось? Ух ты ж. Так. Давайте построим вам театр. Чтоб было где развлечься и отдохнуть. Но нет, это я не хочу. Санитария, минус 4. Еперный театр. Надо нам что? Нам надо здесь построить хранилище еды. Б.
Блин, еще три. Ладно, терпите, героями станете. Это я уже потом. До конца технологии необходимо изучу, и тогда уже да. Ну что, друзья? Эти ребята не доплыли. Совсем не доплыли. И мы их, по идее, можем просто-напросто взять и потопить. Серьезно? Вы хотите от меня уплыть? Вот мы их подловили на том же самом, на что мы не хотели нас подловить. Ай, конная армия. Блин, в Средиземном море. Ребята, буль-буль-карасики. Тантамани. Что, тебе хода не хватило в город залезть, да? Да, сейчас мы тебя будем утопить, значит. Даже показывать не буду, смысла нету. И так все ясно. О, смотрите, они нам еще 400 человек убили. Сволочи. Сволочи. Не зря там военную верфь заказал. Будет где-то ремонтироваться. Противник погиб в битве. Ранг 3. Давай, прощай. Ну, этим стеком тогда захватываем Руссадиру. Здесь, кстати, смотрите, у них довольно-таки большие гарнизоны. Какая-то шавия. Там, типа элитных копейщиков каких-то шавия. Обычные копейщики из пустыни, воины пустынных племен, разбойники, охотные метатели. Плюс два кораблика. Давайте. Даже авторасчет. Хотя и не стопроцентные шансы были. Но наша победа, нам побольше потеряли. Да? Да, 30 человек. Ничего страшного становится. Ну и захватили мы, собственно, последний город провинции Мавритании Тингитана. Давайте его, наверное, сперва отремонтируем полностью. А там уже на следующий ход будем разбираться, что да как. Так, Помария. Город Помария. Жди нас, и мы придем. Войск я в этом славном городе не наблюдаю. Так, здесь что надо нам делать? В принципе, нет. Так, у нас качнулся флот. Это хорошо. Плыть никуда не можем. Здесь тоже не можем. В общем, стоим, ждем до следующего ухода. Так, у нас король сюда вот переместился, да, воители солнца, целых два отряда воителей. Ну давайте. Шикарно. И теперь, в принципе, можно... Ух ты, аж как так у нас получается, минус 4 аж в провинции, где у нас до этого был плюс. Непонятно. Так, давайте поближе вот этот стек подведем. Может, они его не заметят, а мы на следующий ход проатакуем. Уже минус 9. О. Это Руссадир добавил в задницу, да? Ну ладно. Будем ждать, сейчас все построится. Тогда уже в
будем примерять что-то как. Так. Значит, нашего наследничка сюда подводим. Будет по-прежнему в провинции, и при этом будет еще немножко пополняться. И посадим в него армию воителя. Пускай он и качается, и защищает нашего наследника. Так, здесь минус 3, здесь плюс 4. Если я уведу, будет минус 8. Ай-яй-яй. Зато здесь плюс 11. Ну, значит, вот так и будем шарахаться. Туда-сюда, туда-сюда. Понятно. Так, мне что-нибудь еще надо здесь? Давайте глянем по-быстрому. Вы смотрите, ну никак, а? Вообще никак не хотят замириться. Это настораживает. Так, Герибет погиб. Мейны есть. Теперь еще и дочь, ну, понятно. Чего ж непонятно? Понятно. Так, ты иди сюда. И как-то много у нас людей бунтуют. Мне это не нравится. Так, ну мы все сделали вроде, да? Да, давайте сделать конец хода. Посмотрим, может быть, нам какой-то сюрприз сможет преподнести противник. Ну, берберы, еще войска у вас остались, кроме этих двух отрядов. А то уже так было много, вы так часто плавали около моих берегов, такими огромными стеками. Где же вы все? Так, вражеские агенты действуют. Обман. Это тот самый, который подошел, что ли? Так, что ж такое? Ну, вроде бы нет. Так, ну-ка... Убей его. Убей этого негодяя. Критический успех. Вот так вот. Вот так будет со всеми гадами. Шикарно. Так, здесь плюс 12, зато здесь минус 14. Обалдеть. Ладно. Ладно. Сейчас мы флот подведем, будет проще. Обожди. Вот. Следующий ход. Ready for battle. Так, ну что делаем-то? Мы захватывать сейчас будем следующий берберский город. Город Помария. Кого-либо я здесь не вижу. И для берберов это печально. Вальдаберт. Атакует отважные товарищи. Ребята, вы только зацените это. У них здесь гарнизон чуть ли не как у меня армия. Почти 50 на 50. Вы обалдели, что ли? Туареги. Копейщики на верблюдах. Моща. Ну, мы, наверное, постоим, да? Подождем нашего генералиссимуса. О, хорош. А вот теперь проатакуем, да? Да. Авторасчет. Легко, спокойно и непринужденно. Наверное, надо было бы сразиться в ручном режиме. Честно
говоря, не особо мне хочется тратить на это время. Поскольку здесь и так все понятно. Забираем мы себе полностью провинцию Мавритания Цезарийская. Что же это замечательно. Давайте здесь все, значит, ремонтировать. Дальше посмотрим, что да как будет. Вальдеберт качнулся. Тоже это неплохо. Ух ты ж, незрачный плотенцест. Заносчик. Ё-моё. Вот тебя побило-то. Father be praised! How can I help? You have further orders? Да. Ну ладно. I am the Wild Rover. Ну давайте пройдем дальше, глянем, что здесь засетив. И видим, что его никто не защищает. И гарнизон здесь тоже маленький. Значит, мы забираем и сетив. Город со стенами. Второй по важности после Тингиса. Можно сказать, что кампания против берберов, собственно, завершена. For the tribe! Ух ты ж. Типа засетив еще все, что заберем, и будет уже еще одна Мавритания. Сколько у этих Мавританий? Так. Невозможно, да? Сперва надо отремонтировать, получается. Хорошо. Давайте все отремонтируем. Потом разберемся, что да как. Так, типаза строится. Фух, здесь, конечно, много в минусе, но ничего страшного. Ага, можем начать перестройку всех этих делов. Что ж, военные причалы мне не нужны. Давай-ка ты торговый здесь запаси. Городок пускай будет. Овчарня. Это на пищу. И поля тоже на пищу. Мне, в принципе, это не надо. Санитарию нам даст вот это дело. Хороший вопрос, что же вам построить? Вот это давайте точно снесем. Ну а это давайте перестроим, что ли. Не слишком много загрязнений. Наверное, давайте тоже снесем, что-то другое построим. Так, здесь. Работорговлю. Либо виноград. Что же построить? Наверное, виноград. Хорош. Так, прокачался у нас еще. Жрец прокачался. Ах ты ж. Вот, вот так. Так. Ну, в принципе, нормально. Действия агентов, изведенные постройки, новое окружение. Ага, повышен ранг. Вроде бы все мы уже сделали, да? Да. Территориальные споры. Никаких споров, только захват. Так, у нас изучилась технология, давайте посмотрим. Так, куда мы идем? На что? Куда и что мы шли? Сейчас, секунду. Господа товарищи, секунду. А какую мы технологию изучили? Не просто вспомнить, на что я шел. Организованное производство доспехов. Ага.
Вон он как. Стоимость содержания минус 3% для всех войск. Шикарно, шикарно. Так, это мне пока не надо. Ага. Слушайте, за 10 тысяч можем вот регионализацию армию сделать. Это нам даст всякие разные там царские оружейные, да, особенные машины, позволит улучшить лучников. Ну, дело неплохо, неплохо. Так, здесь наемники, здесь всякие налетчики, боезапас. Но я думаю, что не стоит. Прям таких критически важных здесь нету технологий, вот блоки, да. Я бы, наверное, занялся бы гражданским блоком. О, нам тут еще и минус 10 коррупции. Давайте. Это не так много, в принципе, времени-то займет. 18 ходов на весь блок. Нормально. Хорошо. Так, у нас 15 тысяч есть. Мы все вроде сделали. Давайте фракцию глянем. Смотрите, они никак не хотят успокаиваться. Что же это такое? И что самое смешное, я не вижу результата действия. То есть ничего не сообщают. Странно. Очень-очень странно. Ну да ладно. Так, и у меня контроль уже 52 только. С ума сойти. Сойти с ума. Так, давай агентом нападем. Попытаемся что-нибудь сделать плохое. Критический успех. Замечательно. Может, теперь не сможет он убежать. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Ну и нападаем. Напали и убили. Ой, как он запищал-то. Но я думаю, надеюсь, что это был последний, собственно. Король берберов. Так. Шикарно. Мы убили гилда. И прощай, берберы, берберы, гудбай. Ну что ж, друзья, вот так вот убили мы берберов, которые нам в начале игры казались такими страшными, такими большими, что прямо внушали трепет и уважение. На самом деле оказались никчемными существами, которых мы запросто смогли положить. И это здорово, это здорово. Это, я бы сказал, просто прекрасно. Ну что ж, друзья, на этом серию я заканчиваю. Возможно, я пропущу еще пару-тройку ходов, чтобы перебазировать войска поближе к вандальским городам, которых здесь довольно-таки много, как я вижу. И уже приступим к их захвату. Так что не забывайте смотреть серии. А чтобы их не пропускать, подписывайтесь на канал. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего, удачи!